день хороший сегодня. Неохота портить его. Наверх-то мы доедем, а вот налево там где-то канал. Там интересно. Можно банкнуть. Прочистим вам дорожку. Давай. Легко, пацаны. Вот так вот, да? Открой меня, Антон. А ты лучше не сработал, что ли? Шансовый инструмент для Нивы. Когда тут прыгнул. А что задний работает? Да. Не знаю. Ездил это, как бы электрика все работает, а там вспотел. Руля крутить. Я думаю, струей залило. Все лобовое брызгало. А куда вот ты взял это сразу, да, пошла? Лебедка есть? Не, у него на пенине нет лебедки. Есть у него лебедка. У бублика? Блять, да спросите вы пульт, что вы... У баранки. Да пультик не работает, а? Пультик не работает. Спроси, пожалуйста, вот там у кого есть лебедка, пультик у них есть? На стороне. Ощущаю небольшие трудности. А что ты не в мокасинах, а? На дедушкиной 69-ке бы заехал, да? Ты же говорил, что в мокасинах лучше педалька чувствует. Да вот же, видишь, не обул, да, не почувствовал, передавил. А так бы легенько бы заехал. Прямо разгазовывал, как обычно. Ну да, сланча. Кошмар. Я предлагаю так и бросить. Давай так и оставим. Да? ВДшки нет, не работа. Да на вот эта коробка еще, блядь, открытая, понимаешь, что тоже вода попадает.
похолодел, да, от слова похехал назад. Да-да, поглубже тягу делать. 10 тяг. Красота. Опа. А что это? Это балду. Да его надо, наверное, объехать, как-то бывает. Да, привод не вращай. Привод на месте стоит. Он сейчас так и стал, пнем его. Мне подвеску вырвите и все. Все, стой! Что, отцеплять? Да. Отцепили.